Профиль прямоугольный, достаточно жесткий. Помимо толстого металла, вот на вид где-то 1,5 миллиметра, есть еще ребра жесткости 1, ребра жесткости 2, что способствует тому, что уровень совсем никак не изгибается и в нем практически нет никаких деформаций. У уровня две рабочих поверхности, верхняя, нижняя. На нижней нанесена разметка, 3 глазка. Глазок такой полукруглый, цвет жидкости зеленый. Глазок вклеенный, не регулируется. Уровень сделан в Китае. Сбоку резиновые заглушки для амортизации уровня при падениях. Также вот две таких пластиковых нашлепочки защищают уровень от падения плашмя. Дефектов? Не, я вот так тоже смотрел, как бы вроде нет, столько раз уже упал.